Сергей Викторович, вчера вы отметили, что правительство России и Центробанк уже готовят решение на случай отключения России от SWIFT. Обсуждается ли в рамках БРИКС возможность создания альтернативной платежной системы? Что касается проблемы с платежной системой SWIFT, я отвечал на вопрос, который мне задали в связи с прозвучавшими из ряда европейских столиц призывами о том, чтобы Россию от SWIFT отключить. Это наиболее радикальные представители западного мира, которые руководствуются исключительно русофобскими настроениями и которые пытаются по поводу, а чаще всего без поводов, всячески наращивать санкции против нашей страны. Мы не заинтересованы в том, чтобы разрушать механизмы функционирования международной валютной системы, в целом международной экономической системы, и исходим из того, что это будет наносить вред всем, без исключения участникам многостороннего общения. Но поскольку такие угрозы звучат, мы вынуждены делать выводы, и я убежден, что все структуры нашего правительства будут и далее принимать все необходимые меры, которые позволят при любом развитии событий надежно обеспечивать наши интересы и интересы наших партнеров. Да, мы и в рамках БРИКС, и в рамках Евразийского экономического союза активно работаем над тем, чтобы больше использовать расчеты в национальных валютах. При всех обстоятельствах это, по-моему, будет только повышать надежность наших отношений. В Европейском Союзе продвигаются концепции по отношению к России, которые предполагают на первом месте отпор России. Отпор вы делаете только врагу. Наш старый враг, Россия, снова появилась на авансцене и заявляет «я здесь» и угрожает нам всем. Если кто-то нас называет противником, страной, которая зловредное влияние распространяет по всему миру, это разве дружественное отношение? Конечно, нет. Вывод очень простой. Значит, у них есть некие злонамеренные планы в отношении Российской Федерации. Я хочу ошибаться. Но для того, чтобы проверить, насколько искренне западники в готовности налаживать нормальные отношения с Российской Федерацией, нужны конкретные дела. Прекращение приближения НАТО к границам Российской Федерации – это одно из обязательств, которые НАТО брала на себя. Мы привыкли к тому, что наши западные коллеги, подписавшись в 90-е годы под многими правильными обязательствами, начинают их просто игнорировать, и уже даже не просто игнорируют, а когда мы предлагаем им переподтвердить то, что было заявлено, например, принцип неделимости безопасности, что никто в Евроатлантике не должен укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других. Они уходят сейчас от этого принципа и боятся его подтвердить. Вывод очень простой. Значит, у них есть некие злонамеренные планы в отношении Российской Федерации. Я хочу ошибаться. Но для того, чтобы проверить, насколько искренне западники в готовности налаживать нормальные отношения с Российской Федерацией, нужны конкретные дела. На столе конкретные предложения, ответов конкретных мы пока не видели. Поэтому наша инициатива на столе. Если кто-то видит в позиции Российской Федерации какие-то далеко идущие опасные замыслы, то мы эти замыслы готовы обсуждать. А вот НАТО, к сожалению, на это не готово. И когда нас призывают встречаться с нашими коллегами из Североатлантического альянса, возобновить деятельность Совета России и НАТО, мы говорим, да, мы готовы, пускай прежде всего военные начнут разговаривать о том, какова сейчас ситуация, реальная ситуация на земле. В том числе с учетом грубейшего нарушения нашими натовскими коллегами договоренностей, заключенными в конце 90-х годов, о том, что НАТО не будет размещать существенные боевые силы на территории новых членов. Это все уже давно забыто и нарушено. И в Прибалтике, и в Норвегии на постоянной основе располагаются
вооруженные силы Североатлантического альянса. Они называют это размещение ротационным, но ротация становится постоянной. Вот, поэтому мы по-прежнему открыты и всегда будем открыты к разговору, но к честному разговору. А когда нас приглашают в Совет России и НАТО, чтобы обсуждать Украину, мы это знаем, мы это слышали, мы не видим ничего нового, никакой добавленной стоимости от такого рода дискуссий. Все, что нам говорили раньше в такого рода форматах, просто повторяет публичные заявления, которые наши натовские коллеги произносят ежедневно в микрофон. И приезжать в Брюссель, чтобы в очередной раз слышать голословные обвинения в невыполнении минских договоренностей, и чтобы слышать, как натовцы защищают курс украинского руководства на зачистку своей территории и от русского языка, и от русского образования, от русскоязычных средств массовой информации, и в целом от любых оппозиционных сил, и когда нам говорят, что это вот как раз светоч демократии, и мы должны всячески поддерживать такую политику украинского руководства, это не та тема, которую мы готовы обсуждать с членами Североатлантического альянса. Но, еще раз подчеркну, задачи военной деэскалации на линии соприкосновения, возвращение к тем принципам, под которыми подписались на высшем уровне члены России, члены НАТО и Российская Федерация, мы готовы это обсуждать всегда. И, повторю еще раз, наши конкретные предложения находятся на рассмотрении в Брюсселе. Мы очень рассчитываем, что 2 лет было достаточно для того, чтобы их осознать. И там совсем несложные вещи записаны. Но согласие на наше предложение реально на практике обеспечит уже небольшую, но все-таки конкретную деэскалацию обстановки.